У нас сегодня прослушивание в театре на солистов. Гаркуша там уже поет. Какая? Он тоже в конкурсе. Но Антонина Степановна. Да? Да, он стоит в зале поет. Слыхали ли вы? Слыхали ли вы? Ты тоже поешь сегодня, не? Нет. А ты не поешь? Игоренька, привет еще раз. Привет еще раз. Сегодня я увидел Оксану Григоренко и Серегу Гаврилова. В общем, все да, двое. Да, да, да. А тебя в зале так... настолько? Не, я ж не прослушиваюсь даже. Я ж ты даже не устраиваюсь. Ты как приглашенный, да? То есть договорились, да, нормально, да, все устраивает. Ну, прекрасно. Ну, пока приглашают, пою, не будут приглашать. Слушай, а все здесь садятся, если конкурс комплекса? Не знаю. Привет. Привет, Катюшка, привет, Антон. Опять снимаешь? Ага. А где же будет рояль? В кустах. Да, в кустах. А, вот же он, вон там уже. А, вот тоже. А что, ну ее выкатят, наверное? Не думаю. Или под оркестр будет? Да не, я не буду снимать, я ж на репетиции иду, я так просто. А, ты, да. Я ж по летучей мысли, ой, по мистеру Иксу. Серега пришел. Привет, Саша, привет, дорогой. А, да, ты что, боже, пусть. Это, Саша, мне ж надо текст, что-то это самое. Когда мне текст засыпать? Мене ж не текст, а не нот. Одна дует, и то я не пойму, что там петь. Сейчас, Вася, там внизу, поди, сходи, хай. Да я не хочу балакать. Хай напечатай мне все ноты. А ты вчера через какой вход ушел? Тебе ж там через центральный. Где вокруг это? Тонешь? Ну нет, через черный свой. Где? Да здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. О, Вася, иди сюда, Вася. Я не знаю, здравствуйте. Мне кажется, ты провокатор. Привет. Привет, привет, привет. Снимай, так еще и ржет. Еще и ржет, да. Ты будешь слушать? Мне сегодня такой, знаешь, праздник, я прям увидел Ксюху Григоренко и Серегу Гаврилова, как, знаешь, как свои все. А где Шабри? Но она не заявлена. А, она не будет петь? Будет. А что, она не заявлена? А. Так это есть, да? Есть, есть. Коваленко будет сегодня. Тетернал, я и сумку взял. Привет, Леша. Привет. Привет. Здравствуйте. Смотри, фамилия у девочки. Лопес Гомес. Лопес Гомес, ого. Прикольно. Здравствуйте. Это сегодня конкурс у нас в театре на прослушивание. И Гаврила. И Гаврила, да. Здравствуйте. Он, кажется, напечатал, но хор забрали. Не, хор это отдельно. Мне надо, чтобы на руки мне дали. Две партии положил Вали. Там по одному дуэту, то по три листочка, мне надо текст, слова, все музыкальный материал и материал, который я должен говорить, помимо того, чтобы петь. Музыкальный вариант же... А, у меня только одна дуэт. Три ноты. Дайте, пожалуйста, три ноты. Здравствуйте. Хорошо, тогда и ключ открою. Так я же не знаю, какие там все... Леся пришла послушать нас. Я никогда не видел, что пели вокалист на прослушивании в театре. Это, может, в хор девочка, да, слушается? А, на хор. А, может, это на солиста вокалист. Не, там программа не была на конкурс. А, там было условие. Куча, надо было все успеть, куча вокалиста. Сними Полину свет. Ага, я понял, да, да. Ты знаешь? Я понял, да. Я знаю. Я когда-то пел этот вокалист когда-то. Я ее ни разу не слышал. Где Григоренко? Да где-то ходит, блин. Сейчас будет 4 балы пасуя, это классная вещь. Что это? Когда-то Крамарева пела это.
Я слышал, как это потрясающе было в кровати. Что она так вот может тут, да, ровненько, вот это может тихо убрать. Вот для хора она хорошо. Ну, вот арию, я хочу арию послушать. Мне кажется, хор хорошо. Ну, сопрано, вот, во вторые. Вторые сопрано. Ну, в первые нет, и в меццо, и в альты нет. Во вторые сопрано. Орлянскую деву выпить, о? А? А, не надо, да? Надо с арии начинать. Знаешь, у меня когда знакомая поступала, на баяне играла, и она сидит и говорит, вот у меня сейчас будет тут кульминация, говорит, вот там, она говорит, играйте сразу громко и хорошо, вы до кульминации не доживете. Да, так. Серега наш. Ну, по-моему, да. Серега, конечно, вообще. Только Серега так может. Голосной нет, я не буду бежать искать.
vacilando, vas corriendo, vas corriendo, vas rotando, vas rotando, nell'orecchio delle gente, si introduce ed estremente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, alla bocca più ruscendo, lo si avanzo va crescendo, prendi forza poco a poco, quello già di un bocco, sempre buono la tempesta che nel botte la corrente, fatti il tempo pronto, volto che ti fatta vocerà, alle tira lo mi ascolti, la dolce espansione come il colpo di cannone, come il colpo di cannone, un tremoto temporale, 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 un tremoto temporale. Браво, Серега! Молодец, Серега! Санка, с Богом тебя! Время пошло, да, у тебя. Игорек, снимай на Ксюхин телефон. Сейчас турандот будет, Оксана.
молодец, да? Молодец, Ксюха. Вот ее голос до слез доводит. Сложнейшая ария вообще. Молодец, Ксюшка. Молодец. Молодец, у меня чердачик. Да, Вика. Таня Кучвар. Ну так она все, они никто не ждет. Я была уверена, что это Наташа. Ты же ей показывала. Нет, она сказала, что через три человека она идет. Я вот могу так. Это Ольга из Чайковского, Евгения Онегина. Способна грусти томной. Ага. Давайте сделаем. Это Вика Шаблинь. Когда-то работала, потом ее засунули в хор. Тоже так, ни с того, ни с сего. Она была первая Розалинда. Она была хорошая очень Розалинда.
такая интеллигентная, она была такая загадочная, настоящая Розалинда была. Силы судьбы, да? Вот как красиво поет. Кстати. Ага. Голос идет ровно, без всяких там. Как свидировала из ничего. Молодец, конечно. Я от Ксюхи сплакнул. Молодец.
Браво, Вика! Браво! Умничка! Спасибо. Как красиво! Да вообще хорошо, и вывела, и сфилировала, и все на свете. Молодец. Слепа Джоконда. Молодец. Да, молодец, правда. Да, честно. Занимаешься, да? Мэтр? Ну. Сейчас послушаем. Света на всех за кулисами даже молча. О, вот до чего я дожила. Внешность такая настоящая, Любаша. Молодец. Это девочка. Это девочка наша из Харькова. Учились вместе. Это наша харьковчанка. Oh,
Это Валентина Ивановна Коваленко. Минчун, Юля, на форе у нас работает. Небольшой голос, сильный, красивый такой. Мне. Кто это? Далила Сен-Санс. Далила.